Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 98. Задание на полях. В этом задании мы должны решить ребус. Умножить трехзначное число на двухзначное число. Давайте посмотрим. Мы умножаем 3 на какое-то число, у нас получается 9. Умножаем на 3. 4 умножаем на 3, получается 12. 2 пишем, 1 запоминаем. Дальше у нас должно получиться 7, поэтому будем умножать 2 на 3, это 6. Еще 1 в уме 7. Дальше у нас получается число, которое оканчивается на 5. Это мы умножаем 5 на 3, у нас получается 15. Теперь мы будем умножать на 4. 4 на 3 – это 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 4 на 4 – 16. Еще 1 – 17. 7 пишем, 1 запоминаем. 4 на 2 – 8. Еще 1 – 9. И 5 умножаем на 4 – 20. Складываем 9. 2 плюс 2 – 4. 7 плюс 7 – 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 9 – 14. Еще 1 – 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 0 – 1. Еще 1 – 2. И 2 сносим. 225 449. Мы умножили 5243 на 43. Получили 225 449. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.